Здравствуйте, дорогие любители годных ICO! Сегодня я хотел бы с вами поговорить о таком проекте, как Мозо – привлечение пешеходного трафика. И вы можете подумать, кому это вообще будет интересно, но попрошу заметить, что у проекта был софткап в целых 20 миллионов долларов, и они обошли его очень и очень уверенно. И на данный момент проект собрал 31 миллион долларов. Так давайте же посмотрим, чем этот проект зацепил всех. Технология блокчейн только начала свое стремительное развитие, но даже на этом этапе она дала много преимуществ компаниям и проектам, которые ее внедрили и внедряют. Использование в своей бизнес-модели технологии блокчейн может значительно повысить эффективность и обеспечить такие преимущества, как прозрачность, доступность, высокую скорость и, самое главное, безопасность. Используя технологию блокчейн, можно получить решения для многих реальных проблем в различных отраслях и областях. И все больше компаний, молодых стартапов и проектов пытаются внедрить технологию блокчейн в модель своего бизнеса, и одной из компаний является Мозо. Далее давайте более подробно посмотрим, что же такое Мозо. И что же разрабатывает команда данного проекта? Рынок розничного бизнеса, который ведет свою деятельность через торговые помещения в последнее время, неуклонно сокращается, все больше уступая часть рынка компаниям электронной коммерции. Мозо – это проект, который работает в розничном бизнесе и объединяет его с рынком электронной коммерции, привлекая пешеходный трафик в магазины. А как мы с вами знаем, это, наверное, единственная важная деталь этого дела, то есть розничных магазинов. И если вы считаете, что данный проект вам понравился, и вы любите ходить по розничным магазинам, советую вам оставаться вместе со мной, и в следующих видео мы рассмотрим более подробно данный проект. А на этом все. Всем удачи и инвестируйте свои деньги правильно.